ночью, на день до своего рождения, ребенок спросил у Бога. Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить? Ведь я так мал и беззащитен. Бог отвечает: я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. Ребенок задумался, затем сказал снова: здесь, на небесах, я лишь пою и смеюсь. Этого достаточно мне для счастья. Бог ответил: твой ангел будет петь и улыбаться для тебя. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. И слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. В этот момент с земли стали доноситься голоса, и ребенок в спешке спросил: Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела? Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его. Какое имя у ангела? Мама? Да. Мы поздравляем всех мам и бабушек с этим чудесным праздником и дарим наш небольшой концерт. Всех любимых женщин. Мы дарим улыбки, здоровье и смех. Мы дарим им школьный нелегкий успех. Дарим весну этим солнечным днем. И вместе о счастье мы песню поем. Каждый день и каждый час думаю о маме. Мамы тоже любят нас и гордятся нами. Каждый день хочу держать я в своих ладошках. Руки добрые ее, ну хотя б немножко. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя, это мамочка моя. Я шагаю по дорожке, но устали мои ножки. Перепрыгну через яму, кто поможет, знаю, мама. Конкурс для мам. Найди своего ребенка. Вот мой вроде ребенок. Берите! В исполнении Егора звучит музыка, музыкальная композиция. Почему огонь горит? Почему зима мороз? Почему орел парит? Почему шипы мороз? Почему растет трава? Почему ревет медведь? Почему шумит листва? Ну и внучка, ну и внук. Бабушку они сумели сделать доктором наук, и всего за 2 недели. Like you forgot, I'm not gonna shoot.
сказке. Да? От Алины привет бабушке. Ручкой машем. Потом, нет, честно не рассказала. Вот. Дальше Алина... Еще раз один привет, и в конце бабушка, очень тебя люблю. Лавы. Нет, привет, я. Привет, бабушка, я тебя люблю. Так вот. Ну почти что угадала. Почти что. Извлечок, очень красиво. Сестренка в праздник пожелаю вырасти красивой, как цветочек в мае, быть веселой, звонкой, капелькой в апреле, и как пчелка в улье не забыть о деле, не грустить, не плакать, никогда не злиться, и как птичка в небе петь и веселиться, пусть не будет горы и уйдут печали, как кораблик в море в голубые дали. Торжественное обещание. Любимая мамочка, я обещаю тебя любить, тебя уважать, слушать тебя и защищать. Пол подметать, пыль протирать, посуду помыть, цветы поливать. Уроки учить, читать и писать, и двойки вообще не получать. За это ты нас покрепче люби, сильнее обнимай, щечки целуй и обожай. Поздравляем вас с наступающим днем 8 марта. Желаем вам весеннего настроения, успехов в школе, на работе, благополучия вам и вашим близким. Потом вы поженитесь.